Ну там же ж они говорили, что какой-то дом разбили взрывом пополам. Первая бомба попала сюда, разрушила этот дом. Вторая попала туда. Попозже, там примерно через минут 30. Это было 9 числа, меня здесь не было случайно. Я участвовал в раскопках, когда уже после всего, что это. Мы нашли здесь 3 человека. 2 военных в 4-м подъезде они были. Вот в 4-м, где, ну его нету, но где он был. И одна старушка, она была в ванной, 3-й подъезд. То есть 3 человека, тех, что мы знаем. Еще сгорела одна женщина, это просто ее не смогли найти. Она во 2-м подъезде, и ее просто не нашли. Там все сгорело, и ее там нет. Ни родственники ее не видели, ни я ее не нашел. Самое страшное было, когда летел самолет. Самое страшное. Все прижимались друг к другу. Мы сидели в подвале. Подвал его сейчас засыпали вот здесь. Это 4-й подъезд. У нас сидело 9 человек. Там 4 детей и 5 взрослых. Все люди были там. Вот за тем красным кирпичом. Ну, то есть кресло и за креслом. Вот эта комната. Мы там все были. 9 человек. Вот если бы мы там остались, вот это что осталось от той стены. Я видел когда-то, перед этим, когда был обстрел, ночью, до попадания в наш дом, я видел, как он стреляет самолет. Он летел с той стороны и пустил ракету. Я подумал, она летит в дом. Но это было перед этим. Я не знаю, какого это числа. Но она прилетела в центр и разбила военкомат и милицию. Квартира находилась прямо. Это ее попадание. Ничего не осталось. Начались боевые действия. Я уехал кормить бабушку. И не смог назад вернуться, потому что начались перекрестные перестрелки. То есть стреляли Украина, русские, стреляли друг друга через это место. И я не смог выехать. Я примерно месяц с лишним не мог вернуться сюда.